неторопливо, не спеша, скрипичный мастер скрипку ладит, прорежет эфы, чуть дыша, смычок подтянет, гриф погладит, поправит деку, завиток, покроет лаком осторожно. Теперь он сделал все, что мог. Теперь играть на скрипке можно. На сцене ученица 7 класса детской музыкальной школы Шадрина Ксения, класс преподавателя Тамары Михайловны Шалимовой, концертмейстер Ирина Ивановна Ушкова. Винявский, концерт номер 2, 2 и 3 части. Thank you.
Глазунов, большое адажио из балета Раймонда. Thank you.
ансамбль скрипачей «Оркетта», руководитель Тамара Михайловна Шалимова, концертмейстер Елена Борисовна Отрадного, Андрей Петров, романс о романсе из кинофильма «Жестокий романс». Учащихся средних классов «Сонора». Руководитель Татьяна Владимировна Карепина, концертмейстер Владимир Николаевич Вишняков. Партия скрипок Шадрина Ксения и Кремнева Анастасия.
ансамбль «Оркетта». Руководитель Тамара Михайловна Шалимова, концертмейстер Ирина Ивановна Ушкова. Франц Шуберт, «Серенада». Иоганн Штраус, «Венский вальс». Thank you.
сцене вокальный ансамбль «Экспромт», руководитель Татьяна Владимировна Карибина, и ансамбль «Оркетта», руководитель Тамара Михайловна Шалимова, концертмейстер Владимир Николаевич Вишняков. Мончини, слова Мерсера, «Лунная река». Челла, мексиканский танец. Thank you.
музыка Баснера, слова Матусовского. С чего начинается Родина? Слова Лебедева-Кумача, колыбельная из кинофильма «Цирк». Спят и грустят.
Наевский, слова Лебедева Кумача, «Спой нам ветер» из кинофильма «Дети капитана Гранта». Ксения, преподаватель Тамара Михайловна Шалимова, концертмейстер Ирина Ивановна Ушкова. Thank you.
Дорогие друзья, спасибо, что вы провели этот вечер с нами. И еще я хочу поблагодарить от вашего имени, от себя лично, всех участников концерта. Это, конечно, Ксюша, Ксения Шарвина, еще цветы. А также очень уже успешный вокальный коллектив «Экспром». Этих вокальных коллективов Карепину Татьяну Владимировну.